Я шла по улице, да. И мне казалось, что на меня все смотрят. Для меня это было очень дико. Подумал, что мои слова сильно на нее не подействовали. Тебе противно было? Я понимала, что рано или поздно за это мне придется расплачиваться. Ни сила, ни красота, они не вечные. Мне хочется делать аборт, если честно. Я прямо сижу и вот так вот плачу на кухне. Ты чувствовала себя цыганкой? Я не хочу больше так жить. Я чувствую, что она ощущает себя одинокой. Это вообще так страшно, если честно. Жизнь на земле, она скоротечна. Все равно же я русская. Смотрите программу «Обернитесь» 9 апреля в 18:45.